Дорогие, итак, приятно быть здесь опять. Итак, перед тем как я начну, я прямо сейчас беру власть и авторитет над всеми духами, которые пытаются мешать э, духу откровения слову. А все, что пытается а, нарушить порядок, я беру просто власть над этим во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы откровения шли четко, чтобы ваши разумы воспринимали все правильно. Я пленяю всякий дух в послушании Иисусу Христу. Amen. Все началось с того, что я когда-то задал Богу вопрос насчет одних очень уникальных вещей. Итак, тема называется Грехи сердца. Грехи сердца. И вы знаете, один раз я задал Богу вопрос. Задал вопрос, и меня, он очень стало, меня это стало очень интересовать и волновать. Что предстоит перед тем, как человек согрешит? Почему я грешу? Ты скажешь, ну у меня плоть такая. А почему у тебя плоть такая? Ну, я, было грехопадение. А почему было грехопадение? Почему? Другими словами, мне хотелось знать, на чем базируется грех. Ведь грех это уже совершившийся момент грех это я уже когда его сделал перед грехом что то было что заставило меня сделать Amen? то есть а что меня толкнуло на грех вы знаете, когда мы уже согрешили, что-то сделали, это уже завершенный процесс, окей? Но перед этим что-то было сделано, что-то было открыто, какие-то вещи были совершены, что привело меня просто в крах и в разочарование и конечная остановка в грех. Итак, давайте сейчас прочитаем место из Библии. Я так скажу, Галатам. Но перед этим я хочу объяснить. Мы сегодня поговорим о двух вещах. Сегодня мы поговорим о грехах плоти или, я так скажу, о нашей падшей натуре, да, наши поступки нашей падшей натуры. И мы поговорим сегодня о грехе сердца. О чем никто не говорит, я нигде об этом не читал, я, ни, я никого об этом не слышал, поэтому то, что ты сейчас будешь слушать, это будет, а, я так скажу, очень оригинально. Почему? Потому что я не нашел материала по этому поводу, и мне было очень интересно, на чем базируется грех, почему я грешу, почему я хочу грешить, почему мой сосед этим грехом не хочет грешить, а я хочу, почему он хочет другим грехом грешить, а я не хочу его грешить грехом. Мне все это интересовало, мне все это напрягало, все это наша жизнь. Отнекаться может религиозный человек и сказать, а знаешь, это все такое, а ты просто освещайся. Нет, стоп, я всю жизнь освещаюсь, я хочу понять. Мне нравится копаться, мне нравится ковыряться, мне нравится достичь до сердцевины проблемы. И вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Мы поговорим не о грехах плоти, хотя мы их упомянем, мы сегодня поговорим о грехах нашего сердца. Okay? Итак, Галатам 5.19. Смотри, что здесь пишет Павел Галатам. Галатам 5, Поступки, совершаемые греховной природой, известны. И он их перечисляет. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, похоть и поклонство, Колдовство, вражда, ссоры, зависть, и злоба. Распли, распри, разногласия, противоречия. Можете себе представить? Ты скажешь, смотри, в одном списке, где стоит колдовство и оргии, там дальше, стоит разногласие. Ты знаешь, оргия от дьявола, а вот разногласия нет. Нет, вы не поняли. Павел пишет, у него там, где оргии, там и разногласия. Читаем Библию. Смотри, читаем дальше. Вы знаете, мы привыкли так, и знаете, мы привыкли с вами разделять все, да? Вот привыкли разделять. Вот, вот он блудник, а ты только что осудил блудника и попал в ту же проблему. Ты сегодня осудил человека, который не сдержался, выпил, или там, например, выкурил там какой-то косяк. Смотри, как интересно пишет апостол Павел. Вражда, нету такого. Ссоры, конечно, мы не ссоримся, мы любим всех. Зависть, кто тут завидует кому, мы все только благословляем. Но зависти нет. Никогда. Я рад, что кто-то купил себе три Мерседеса. Я благодарен Богу за мой Хандай без колеса. Не было зависти ни разу. Нет, это это в мире злоба. Мы не злимся. Нет, мы плюшевые, мы мягкие добрые плюши Мы не злимся. Распри. Нет, мы не распри. У нас нет распри ни с кем. Конечно нет. Разногласия. Просто противоречия. Бог, противоречия на одном уровне с, с колдовством. Ага. Так что это? Сейчас объясню. Смотри, разногласия, противоречия, ревность, пьянство, дикие оргии и тому подобное. То есть он говорит, я список не закончил. Дальше. Он говорит, относительно всего этого я предупреждаю вас, как и предупреждал и раньше, что тем, кто занимается подобным, не будет места в Царстве Бога. О, что это, Господи? Это значит у нас проблемы, да? Большие. Идем дальше. Итак, дела плоти всем понятны, да? Я вот сейчас осветил. И проповедь не об этом. Это так просто освежить в нашей памяти, что это значит. Дела плоти всем известны. А что такое грех сердца? Что такое грех сердца? Что такое грехи сердца? Объясняю. Вы слышали такую фразу, Церковь? Слышали такую фразу? Вот, например, человек покаялся, очистился, прошел инкаунтер, встречу с Богом, там его 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 поменяло, он исцелился, и потом такая фраза: он вернулся назад. Слышали такую фразу, да? Он вернулся назад, и мы с вами понимаем, что он вернулся назад, это значит назад, где он раньше был, именно, да? То есть, вы знаете, что интересно? Я заметил, мне так стало интересно, смотри, мне хотелось, и когда я вот эту фразу начал слышать часто, у меня начался вопрос, что такое назад? Где назад берется? У нас с вами разный назад. Мой назад на твой назад не похож. У нас разные назады. Ты здесь? Нет, 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 я хочу, чтобы ты понял, у нас разные назады. Мой назад, и, например, твой назад, я, побег, я могу победить, а вот свой назад не могу. Вы заметили, что а, я твой назад атакую, а свой назад покрываю благодатью. А, ты здесь со мной? Вы знаете, назады уникальные у всех. И я сужу кого-то за его назад, потому что я его назад могу победить. Но я слишком даю много себе благодати в моем назаде и всем такие, которые находятся со мной в моем назаде. Я дико, знаете, один говорит, я дико ненавидел людей в разводе. Пока сам не развелся. Потом стал всех покрывать благодатью. Вы знаете, почему-то этот назад стал близкий. И он теперь всех, кто в этом назаде, он их прощает, благословляет. Он говорит, я, я понимаю боль твоей души так что чтобы тебя сделать хорошим тебе надо отпустить во все назады чтобы ты научился прощать любить принимать людей интересная мысль в общем сейчас не об этом сейчас о том что мне хотелось знать где назад живет как назад изменить как назад можно сделать чтобы я уходил не назад в грех а назад в иисуса христа как переформатировать назад? Почему я должен падать назад? А если я не хочу идти назад? А оно меня ведет назад. Хорошая мысль. И вот я начал в таком контексте думать о назадах. Вы знаете, самое интересное, что Дух Святой мне сказал. Он мне сказал, он, смотри, что Дух Святой, когда я ему вот эти все вопросы задавал, Господь, где, почему? Дух Святой конкретно указал мне. Он говорит, сын, все, Живет в сердце человека. Стоп! И сейчас я скажу: уберите из головы сейчас ваши стереотипы о сердце, о мы говорили раньше. То, что я сейчас буду говорить, абсолютно не относится к тому, что я говорил раньше. Сейчас я буду говорить откровения, о которых я никогда не говорил. Поэтому приготовься услышать о своем сердце что-то новое, чего ты раньше не слышал. Окей? Okay? Итак, слушай. Дух Святой мне сказал: Все кроется в сердце человека. Другими словами, перед тем, как врать, например, ложь да. Перед тем, как врать, у тебя есть склонность и предрасположенность к лжи. Стоп, 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 слушай меня внимательно. Внимание сюда. Скажите мне, совершенная ложь – грех? Конечно. Написано лжецы, и все, и там дальше, того-того не наследует. Скажите мне, а предрасположенность к греху, к, к, к лжи – грех? Нет. Ты же не сделал. Нет, стоп. Ты со мной? Я не, повор... не потерял тебя на повороте, нет? Слушай, нельзя. Итак, я соврал. Я лжец. Я достоин наказания. А что если я не соврал? Я абсолютно просто предрасположен, а другими словами, у меня открытая дверь, но я не солгал. И Дух Святой мне говорит: Сын, совершенный грех это грех плоти. Несовершенный грех, который живет в сердце, это платформа, это грех сердца. Слушай сюда, Иисус покрыл твои грехи по плоти, Он искупил тебя. Но с грехом и со своим сердцем будешь работать ты. Нет, нет, нет. Кто-то меня, кто меня понял сейчас? Кто из вас видел рожденных свыше людей, крещенных Святым Духом, отвратительных, гадких брехунов? И я могу список продолжать. Видели таких? Объясните мне, почему кровь Христа не распространилась. Потому что кровь Христа только занимается спасением. Кровь Христа не покрывает грехи твоего сердца. Что значит грех твоего сердца? Грех твоего сердца – это предрасположенность к лжи. Другими словами, я еще не согрешил, но у меня абсолютная платформа для греха. Объясняю. Другими словами, самолет может сесть только на аэродром. Другими словами, он не сядет, если аэродрома нет. Итак, севший самолет – это грех. Аэродром – это полоса, на которую садится самолет. Итак, Бог говорит, мы все с вами, как христиане, мы воюем с самолетами, а Он говорит, я хочу разрушить твою посадочную полосу, чтобы даже ни один самолет не смог приземлиться. Склонность – это не дело плоти. Склонность – это дело твоего сердца. Потому что склонность к греху не является грехом. Грехи сердца – куда серьезней, чем грехи твоей плоти. Потому что грех твоей плоти – это уже совершившийся поступок. А грех сердца – это бесконечные приглашения греха. Стоп, стоп, я еще раз объясню, еще немножко перефразирую. Итак, грех, совершившийся, это всего лишь совершившийся момент. Это произведено. И Бог прощает поступок. Да, он говорит, попросит прощения, я прощаю. Но грех сердца ⁇ это предрасположенность грешить вечно. Другими словами, Бог видит наши сердца. Что в Библии написано? Бог не смотрит, как смотрит человек. Помните? Ибо человек смотрит на, а Бог смотрит на... Все со мной. Дорогие мои, если мы с вами поймем сейчас вот этот секрет, ты отсюда выйдешь абсолютно другой личностью. Ты будешь смотреть не на свои совершившиеся проступки, потому что когда ты что-то сделал, ты уже опоздал. Ты начнешь ловить свой грех в зачатии, и ты начнешь рушить, стрелять не по самолетам, а начнешь бульдозер закатывать и уничтожать аэропорты. Чтобы будущий грех даже не имел возможности приземлиться в мою жизнь. Итак, грехи сердца намного серьезнее, чем грехи плоти, потому что грех сердца – это открытая дверь для дел плоти. Я видел не один раз, и уверен, массы раз вы тоже такой же видели, рожденных свыше личностей, но абсолютно некорректных, грубых, бессовестных, отвратительных просто как личностей. Это говорит о том, что кровь Христа отвечает только за спасение. Стоп. Кровь Христа еще никому не поменяла сердце. После покаяния ты побыл в хорошей эйфории. Ой, люблю тебя, Бог, люблю тебя, Бог. И потом что? Встречаешься со своим сердцем. И у многих христиан конфуз, замешательство, они не понимают. Бог что это? Он говорит, сыночек, а вот для этого этапа в твоей жизни тебе нужен Святой Дух, который вместе с ним вы разрушите не дела плоти, а посадочные полосы для бесов. Над сердцем необходимо трудиться нам. Именно для этого мне и тебе дан Святой Дух. Без него... Мы пропали. Иисус, процесс спасения начал. Он искупил меня, теперь я спасен. Но я еще отвратительный человек в определенных сферах: и я, и ты. Все мы, если мы дошли до честности уже, будем говорить честно, все мы имеем сферы отвратительные даже нам. Мы их прячем, наши жены не знают, мужья не знают, не знают об этих сферах. Но над этими сферами. И теперь Дух, и теперь Иисус говорит: Я ухожу. Но над, но над фазой твоего сердца я умолю Отца, и Он пришел Святого Духа, который поможет тебе. Я видел помазанников вот так с отвратительными сердцами, а помазание течет. Секунду. Скажите мне, вы можете отнести неимение чести в дела плоти? Нет. Нет! Дело плоти – это дело плоти, а не имение чести – плоть не задействована. Это просто ты не имеешь чести. Другими словами, ты можешь предать человека вот так, когда тебе выгодно будет. Все понимают? То есть честь – это качество сердца. Реальное качество сердца. Итак, у человека нет чести и нет принципов. Например, нет принципа. У него сегодня он любит жену, завтра он расстался с женой, говорит, а что? У меня у, я, я целый месяц без жены был, а что это? Ну, ну, напрягло меня, ну, ну и переспал я с кем-то. Другими словами, о чем это говорит? Это говорит абсолютной бесчестии человека. Он не собирается даже сражаться. Он говорит, а что? Я буду сражаться с какими-то вещами? Ну, подвернулась, ну, ну сделал, нормально. То есть я сколько слышал в своей жизни отмазок, и видел людей, которые говорят, «А, да, я пью, но я же не пью, чтобы меня видели, я просто прихожу домой, я выпиваю, я просто расслабляюсь, чтобы чтобы уснуть хорошо. Я столько слышал отмазок. Вы знаете, сколько я делал консультаций, и люди мне доказывали свои грехи и были уверены, что это Бог разрешает, потому что их сердце настолько извращено, начиная от буда, заканчивая даже оккультизмом, оккультными вещами. Они говорят: а что, если Иисус мне не исцеляет голову, а у меня соседка покатала мне по голове яйцом? И нормально, ну и что? Иисус обидится на меня, что ли? Люди абсолютно, дорогие, я встречался с такими феноменами, с которыми невозможно соединить даже вместе. И я потом Богу стал, говорю, Бог, ведь бесчестие и неимение принципов – это не, не грех. Все за мной. Не принципов нельзя отнести в сторону греха. Это не распри, это не ссоры, это не дела. Когда говорится «дела плоти», это значит, что-то плоти делать надо. Ветхая натура должна выкинуть какие-то кренделя. И я говорю сейчас о грехе сердца. Это грех, это платформа, аэродром, всему садиться. И у некоторых не одна посадочная полоса, их там пять. Некоторые люди говорят, знаете, христианство занимается, все, что христианство занимается, Боже, дай мне побольше теперь пушку, чтобы отстреливать все самолеты. Говорит, сыночек, дай-ка я тебе дам Духа Святого, который поможет тебе разобрать все посадочные полосы, и тебе пушка не надо будет. Я тебе дам сердце, которое не захочет, сердце чистое. Что Давид говорил? И дух праведный обновил мне. Сердце чистое, сотвори во мне. Он просит духа Бога сотворить в нем чистое сердце. Нет принципов, нет железной позиции и нет чести. В грехе плоти нельзя отнести, но это отвратительные вещи. Это платформы для кошмара, платформы для греха, платформы для предательства. У человека нет чести. Что происходит? Это грех нет, но это грех сердца. Это посадочная полоса, это аэродром для всего, что летает вокруг. Смотри, что говорит, смотри, что говорит Соломон в притчах. Мы с вами это место знаем, читали несколько раз, и я его освежу сейчас. Больше всего хранимого, храни сердце свое. И смотри, что написано в оригинале. В синоде неправильно переведено. Я прошелся по всем переводам. В синоде написано, ибо из него источник жизни. Так? В оригинале написано «Ибо сердце». Ибо сердце является источником жизни. Сердце. Оно, на нем основано все. На твоем сердце ты можешь даже предугадать, кто ты, познав свое сердце. Ты даже можешь узнать все о себе. Тебе не надо узнавать следующий грех или следующий глюк. Узнай свое сердце, ты узнаешь себя. Дальше. Итак, сердце – это источник жизни также, если его не хранить, это источник саморазрушения. Уникально то, что человек в основном сосредоточен на последствиях, то есть поступках, чем на причине это предрасположение. Дорогие мои, наша причина в наших падениях не грехи, предрасположение к грехам. Другими словами, опять же, я говорю, я сижу, и, например, у меня проблема, например, знаете, там одна, у моего соседа другая. И здесь, знаете, и ты ему так хорошо льешь, но ну ты что, ты не можешь победить? Ну, вот что ты, не можешь не врать, что ли? Он смотрит на тебя, он говорит, «Да я не знаю, как не врать. Мне хочется. Везде и всегда. Вот чтобы меня не спросили, преувеличу минимум. Минимум. Зачем, даже сам не знаю. Просто вот Почему? предрасположение к лжи. Другими, наоборот, предрасположение, например, к блуду, предрасположение к алкогольным, предрасположение к нечистотам, предрасположение к колдовству, к чему угодно. И вы знаете, самое уникальное, вот это процесс нашей жизни. Мы приходим ко Христу. Все, ты спасен, ты искуплен. Если ты сейчас умрешь, ты уйдешь. Но для жизни на этой земле тебе нужен Дух Святой, который исправит пути твоего сердца. Например, человек тебя предал. Я уверен, что большинство здесь людей предавали. Я уверен, что некоторые из вас кого-то предавали. Не в этом дело. Дело в том, что мы с вами, большинство из нас, знакомо с предательством. Это очень неприятное чувство, да? Смотри. Итак, если человек тебя предал, это одно. Но перед предательством, слушай сюда, предшествует бесчестие человека. У такого человека просто-напросто в сердце нет чести. Потому что честь это качество сердца. И поэтому некоторые люди говорят: слушай, я с ним дружил, и он меня кинул. Слушай, ты с ним дружил и он тебя кинул. Я так скажу, дорогие мои, насколько ты знал хорошо этого человека, чтобы рассказать ему все о себе, что ты, что ты хотел рассказать. И когда ты вывалил этому человеку все, ты понадеялся, что он тебя не предаст, дорогие мои. И здесь включается его качество, да, которое абсолютно отвратительное. У него нет чести. Он просто идет и кому-то передает все предает тебя, предает дружбу, и все. И ты говоришь, Господи, что это? Дорогие мои, ты наказан своей же глупостью, не узнав то, с кем ты был рядом. Мы раним себя сами, открывая кому-то, кому даже нельзя открывать. Дорогие мои, в мире есть пословица, чтобы кто-то тебе стал другом, с ним нужно съесть пуд соли, 16 килограмм соли. Ты знаешь, что как 16 Килограмм соли? 16 килограмм соли, это мы с тобой много обедать будем. Много ужинать будем. Мы с тобой много пикников проведем. О чем это говорит? Это говорит о том, что перед тем, как я откроюсь, мы с тобой должны 16 кг соли вместе съесть. Все здесь? Дорогие мои, я должен узнать твои предрасположения перед тем, как я тебе открою мои тайны. Все здесь? Я хочу, я хочу, чтобы ты узнал мои предрасположения перед тем, как мы станем с тобой близкими друзьями, потому что Бог мой, сколько всего вокруг происходит, того, чего не должно происходить, потому что мы открываем дверь этим вещам люди женятся, не узнавши предрасположение, выходят замуж. Мы, мы начинаем бизнес-встречи, мы начинаем быть партнерами. Люди становятся партнерами бизнеса, складывают вместе деньги. Ты не знаешь, что завтра будет с тобой и с этими деньгами. Сколько предателей, сколько кидал. Люди начинают вместе церкви, люди исповедуют друг другу своей жизни, и потом это все на всю Ивановскую пошло. Почему? Потому что ты не узнал, с кем ты заключаешь завет. Ты доверил свое сердце кому-то, кому-то не имел права доверять его. Смотри. И даже если ты клянется, что больше не предаст, слушай сюда, будь очень осторожен с таким человеком, потому что если его сердце нет чести, слушай сюда, он обязательно тебя предаст. Не потому, что он хочет, а потому, что он не сможет пойти против своей натуры. Не сможет, он просто будет мучиться. Притча Лисы и Скорпиона. Река. Стоит скорпион на берегу, на одном, на одном, на, на берегу а, реки, и ему нужно переправиться. Скорпион не умеет плавать. И здесь подходит лиса и начинает переплывать. И скорпион ей кричит: Он говорит: Лиса, возьми меня с собой, помоги мне переплыть на ту сторону. Ты умеешь плавать. Лиса остановилась, повернулась к нему и говорит, ну ты же скорпион, ты, ты меня ужалишь, я умру. И, и, и скорпион ее просто ублажает, он говорит, не переживай, если я ужалю тебя, умрешь не ты, мы умрем обои, мы утонем обои. Лиса, не думая дважды, она просто задумалась, и, и, знаете, вернее, она подумала и решила, что нормально возьму скорпиона, он меня убедил, ну, действительно, чему ему меня жалить, мы переплываем вместе, я его отпущу и пойду, пойдем своими дорогами. Лиса берет скорпиона к себе на, знаете, на шею, и они начинают плыть. Примерно посередине реки скорпион со всей силы впивается в шею э, лисы и лиса. И вы знаете, у лисы уже начинает, знаете, яд поступать в ее организм, она поворачивается к скорпиону и говорит, ты же мне обещал. И лиса говорит, теперь мы умрем обои. И скорпион поворачивается к ней и говорит, извини, лиса, я не мог противостоять своей натуре. Дорогие мои, вы знаете, что самое интересное? Ты с человеком заключаешь завет, например, да? Ты даже не знаешь, что он предаст тебя, и вы утонете вместе. Он даже потянет себя на дно вместе с тобой, не потому, что он хотел тебя предать. И у него натура бесчестного предателя. Некоторые люди говорят, что он тебя кинул. Нет, они оба утонут. Поэтому я так скажу, дорогие, будьте очень аккуратны, с кем мы с вами общаемся, с кем мы с вами проводим наше время. Смотри, поэтому мудрый, смотри, что делает мудрый. Человек, простой человек, смотри, он ищет, чтобы его не предавали, так? Он ищет человека, который его не предаст. Не предаст. Кто меня не предаст? Ты меня не предашь? И ему говорят, да, нет, я тебя не предам. Это делает просто человек. Мудрый человек не ищет, чтобы его не предали. Мудрый человек ищет личность с честью. Слушай сюда. Личность с честью. Вы не представляете, дорогие, вы даже не представляете, о чем я сейчас говорю. Послушай, честь это такая вещь. Я не ищу людей, которые меня не предадут. Потому что придет момент, и он предаст меня. Я ищу людей, которые будут рядом со мной, которые имеют честь и принципы. Даже когда настанет страшный момент в моей и в его жизни, он при всем желании и ж... предать меня не сможет. Потому что его принципы и честь будут охранять его же. Ты понимаешь, человек? Слушай сюда, объясняю, что такое честь. Бог приводит, Саула к Давиду в пещере, чтобы Давид что? Убил его. Что? Можете представить? Знаете, в чем мог быть уверен Саул и спать спокойно? Давид мой враг. Настолько имеет честь, что если я буду спать рядом с ним, он меня не тронет. О, вы некоторые даже не поняли то, что я сейчас сказал. Дорогие мои, я могу быть даже уверен в том, кто ненавидит меня, потому что он человек чести, и он не поднимет руку против помазанника. Поэтому говорю, дорогие мои, вот что Бог хочет, Он хочет исправить твое сердце. Даже когда в твою жизнь придет искушение, ты скажешь нет, потому что тебя охраняет честь, стандарты и принципы в твоем сердце. Ты не можешь убить Саула. И тебя уже, слушай, да ладно, ты не будешь убивать, я убью. Он говорит, не вздумай. Что с Давид сделал? Он подкрался в пещеру, и когда Саул спал, помните, да? Он отрезал, он отрезал край. Когда они там спали, да, он отрезал край одежды. Что он сделал? Он отошел в сторону, и потом написано «Его совесть осудила а его». Ты можешь представить? В нем было столько чести, что об убийстве даже не надо говорить у него, его честь, его совесть осудила за то, что он прикоснулся даже к одежде помазанника. Дорогие, вот с кем я хочу дружить, вот с кем я хочу заключать завет, не с чистенькими, а с чистыми сердцем. С людьми, в которых не то, что я уверен, у них принципы, охраняющие их до конца их жизни. Вы знаете, что интересно, Давид сохранил вот эту честь до конца, до гроба. Он сохранил вот эту честь. Поэтому Бог был влюблен в эту личность. Бог использует человека только на основании не того, что он доверяет тебе. Бог использует человека на основании того, что он доверяет твоему сердцу. Почему написано, что Бог не делевидец? Бог написано сердцевидец. Вы знаете, почему это написано? Потому что сердце это намного раньше, чем грех. В сердце это можно заглянуть, что ты сделаешь. В сердце ты еще не родился наружу, Исав и Иаков. Вон там беременная женщина ходит, и Библия говорит, приходит пророк, и провозглашается слово. И Сава я возненавидел, а Иакова возлюбил. Объясните мне, что эти маленькие неродившиеся мальчики сделали? А оказывается, у одного было чистое сердце, и не было аэродромов, а другой был абсолютный предатель. И даже когда пришлась первая возможность предать первородство, что было самое важное в Израиле для еврея, он его продал за что? За чечевичную баланду. Юшку, похлебку отдал свою жизнь. И Бог это видел, Он говорит, не наследует вот эта личность. Поэтому Он говорит: Иакова, я возлюбил, а Исава, от чрева матери, возненавидел. Потому что Бог, дорогие, видит пути наши. Поэтому, когда Бог говорит, Библия неоднократно говорит, исправьте пути ваши. Кто читал такое место из Библии? Дорогие, их массы, исправьте пути ваши. Вы, вы когда-нибудь задумались над тем, что такое пути? Это не дела. Оп, 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 оп. Это не дела. Это не поступки. Это не грехи. Пути. Это, например, я сейчас выхожу и становлюсь вот туда на 205-й Хайвей. И Бог мне говорит, сын, ты должен исправить свой путь. Это значит, эта дорога ведет тебя не туда. Это не то, что я иду теперь по пути и прошу Бога охранить меня. Он говорит, сын, ты изначально стал не на тот Хайвей. Он говорит, я хочу, чтобы ты исправил пути свои, чтобы ты сейчас развернулся и вернулся туда на пятерку и ехал в другую сторону. Изменить пути ⁇ это не перестать грешить, это повернуться на путь абсолютно другой, который приведет тебя к победе, который очистит твое сердце, где у тебя в сердце будут стандарты и принципы, и даже при всем желании на кого-то что-то сделать, ты не сможешь. Бога не волнует твое действие, Бога волнуют твои пути и твое сердце. И поэтому я Богу говорю, Бог, меня даже дела мои не волнуют. Да я Богу говорю, Господь, пока не исправятся мои пути, мои дела будут одинаковые. Перестань даже его... Бог последний раз, последний раз, последний класс. Бог больше не буду, и Дух Святой тебе отвечает, и меньше тоже. Некоторые говорят: Господи, сколько ты меня можешь прощать? Он говорит, Сынок, я жду, чтобы ты не то, что перестал грешить, чтобы ты поменял пути свои. Когда ты развернешь свой путь, и твое сердце примет принципы, и Дух Святой поработает над Твоим сердцем, Тебя будет охранять небо. Тебя, принципы неба будут отпечатаны на Твоем сердце. Написано, написано, и вложу законы мои. Продолжаем сердца их начертаю на сердце. Что это говорит? Это говорит о том, что что-то в моем сердце отпечатается, что оно будет охранять меня. Не я, не брат Кондрат, не какой-то диакон Писятник. Что он себе делал? Куда он себе смотрел? О, как они там... Что они там вытворяли сегодня? Мне не надо какой-то Писятник, который меня охраняет. Мне нужно сердце с принципами. Мне не нужна слежка каких-то братьев. Мне не нужно доносы на меня, чем я делал, что я слышал, где в каком ликероводочном магазине таскался. Мне нужны принципы, которые будут охранять меня от всего этого. Ты со мной? Поэтому, дорогие, поверьте, мне так хочется забежать немножко дальше, чем все обычно бегают. Мне так хочется повести тебя, взять тебя со мной в причину. Мы воюем с последствиями. Бог говорит, сын док, я хочу тебе рассказать о причинах. Бог, мы говорим Бог измени, Бог помоги мне, Он говорит Да при чем здесь это? Я работаю над тем, чего не видно, чего ты даже не подозреваешь, я работаю там, где грех развивается, селится, где он размножается. И всего лишь что ты когда ты совершил, это просто уже поступок, сын. Я уже давно знаю, что ты будешь грешить, потому что у тебя в сердце предрасположение к этому греху. И даже не пытайся обещать мне, что ты меня не не предашь, дорогие, знаете. Знаете, что мне больше уникально? Те люди, которые больше всего говорят, что они не предадут, это первые, которые предают. Скажите мне, кто, я не считаю Иуду, кто из учеников Христа обещал, клялся ему, что не предаст ему? Скажите мне, кто его первый предал? Ага, ага. Это принцип. Ты здесь, когда человек постоянно ловит себя перед выбором, делать определенный поступок или нет, это говорит о том, что глубоко в его сердце такой человек до сих пор не принял решение и он до сих пор не занял позицию, и он не имеет чести. Потому что каждый новый день для такого человека – это кошмар. Можете представить, для человека, который не выбрал, не посвятился, ему каждый день нужно выбирать опять. Теперь в твою жизнь зашли эти люди, и ты теперь должен ответить его так. Теперь, теперь Саул, в твою жизнь пришел пророк, и перед пророком ты должен там унизиться. Теперь в твою жизнь пришли люди, которые сказали, Саул, мы не убьем овец. Саул такой, а надо убить. Они говорят, мы тебя убьем. Хорошо, не убиваем овец. Вы можете представить, таким людям с духом Саула каждый день нужно под человека подбирать следующий шаг, следующий ответ, следующий выбор. Но Давид сказал, «У -у. принцип вот. Сидрах, Месах, Авдинага говорят, «У -у. принцип вот. Вы знаете, вы знаете, почему Бог был уверен в Иове? Объясните мне кто-нибудь. Сейчас на почве вот этой темы объясните мне. Дьявол говорит, я его стащу, а Бог говорит, попробуй, рогатый, попробуй, хвостатый. Знаете, и дьявол говорит, забери у него все, он говорит, он говорит, дьявол, ты не понимаешь, в его сердце нет для тебя аэродрома, и поэтому я тебе, сатана, говорю, мой Иов, я уверен в нем. Вот почему Бог уверен в тебе и не уверен в том человеке. Потому что он знает, он глянул в твое сердце. И не надо даже ему твои дела. Он говорит, верная личность. Сын с честью, сын с принципами, сын имеет платформу. Эта дочь никогда не отойдет от меня, потому что у нее в сердце даже нет отхода от Бога, даже опции нет. Знаете, у меня был компьютер. Кстати, я на том компьютере такое откровение получил. У меня был компьютер, у которого сломалась кнопка «Делит». Стереть. Я не мог себе позволить новый компьютер, но мне нужно было писать. Ребята, вы не представляете, как я научился писать без ошибок. Вы даже не представляете, это каждая буква. Это каждый... Сначала там пошел на Google, проверил, нормально, и потом только... Почему? Потому что если ты подписал две страницы и глюканул. Надо заново начинать. Одна ошибка. Дорогие мои, вот почему. И знаете что? Я сижу, и я злой, у меня нет опции стереть. И здесь Дух Святой мне говорит: сынок, я ищу тех, у кого нет опции отступить. И я там около своего компа ляп! И доехала до брата Кондрата. Господи, это значит! Я не смогу отступить, потому что у меня нет опции. Да, говорит, как у твоего компьютера нет опции стереть. Попробуй. Дудки. Отдыхаешь. Господи, ну я хочу стереть. Нету. Дорогие мои, Бог может уверен в тебе только быть тогда и во мне, когда у нас нет опции отступить, как у Иова. У Иов, о, дорогие мои, у него была опция распускать сопли. Боже мой, он умел. Профессионал. Душа моя томится. Что я против него, Господи, сделал? И три, три мужика приходят, говорят, ты, ты вообще какой-то там с ума сошел. Ой, сами сошли с ума, там, знаете, черепица это. Что Че ты улыбаешься? Дорогие мои, да, он умел распускать нюни и сопли, но у него в сердце была честь, он Бога никогда не предал. Потом его Бог вывел на разговор, он говорит, слушай, ты за свои сопли сейчас ответишь мне. Говорит, припаяшь свои джинсы, застегни ширинку, я сейчас с тобой поговорю. И Давид, и, знаете, и я с тобой буду говорить, как и Я тебе буду сейчас задавать вопросы, ты будешь мне отвечать. Где ты был, когда я сотворил моря? Хе -хе -хе -хе. Так кто его Бог знает, Аллилуйя? Где я был? Кто его знает, где оно там было? Отвечай мне. где ты был, когда я творил вот скотину вместе с тобой? Где ты был? Ты мне советовал? Ну, Господи, извини, я... Ну да, посопливил немножко. Дай нас, дай платок. Потом Бог говорит, так, я тебя люблю. И знаешь что? твоих друзей я терпеть не могу. Поэтому я им сказал, вот если ты их простишь, я этих тварей прощу, потому что они мне надоели. И эти приходят, Иов, мы погорячились, аллилуйя. Ты можешь это поговорить с небесным папой, а то там что-то у нас с ним контакт не налаживается, имейл не, не, не уходит. И его говорит, хорошо, идите, прощаю. Так я, о чем я, говорю? я говорю о том, что Бог был уверен в Иове. Почему? Опций отступить не было. Где эта опция находится? В сердце. Вот здесь. Ты никогда не сможешь изменить свои поступки до тех пор, пока Бог не изменит источник. Пока вы вместе с Богом, ты не дашь Ему возможность, так скажу, изменить источник твоих поступков. Пока ты не скажешь, Бог, я знаю, я грешу, это повторяется по кругу. Если у тебя какой-то грех повторился по кругу, это говорит о том, что это живет не в плоти, это живет в сердце. И когда какой-то грех у тебя повторился, ладно, ты там где-то брехнул, потом сказал, Господи, да больше не буду, и больше не был. Это говорит о том, что это не кроется, можешь об этом забыть, Иисус это покрыл. Но когда это по кругу, по кругу, это говорит о том, что это американцы называют reoccurring thing. Это повторяющаяся болячка, это кенсер, это, это, это рак, который живет в твоем сердце. И когда я говорю, я прихожу к нему и говорю, Бог, вот тебе рак в моем сердце, вот тебе болячка в моем сердце, она повторяется, и я устал от нее. И я теперь, можете себе представить, я поворачиваю молитву от прощения грехов к тому, чтобы изменить источник, на котором, на платформу, на котором грехи строятся. Поэтому я уверен, что даже у тебя после этой проповеди изменятся молитвы. Теперь ты не будешь говорить, Господи, простите. Ты говоришь, знаешь Господи, я так говорю, прости меня до тех пор, пока я пути изменю. Потому что, честно тебе, Иисус, признаться, пока я не изменю путь, вот это у меня будет ту ту ч ч ч вот туда, по этим рельсам. Одна дорога. Это все равно, что ехать и говорить... Бог, господи, я еду, я, я еду на север. Прости меня, что я еду на север. Прости, что меня еду на север. Прости меня, что я еду на север. Прости меня, что я еду на север. Прости меня, что я еду на север. Бог говорит: так перестань ехать на север. На юг ей. Поэтому я и говорю: толку у тебя просить у Бога прощения, что ты едешь на север, пока ты не остановился и не поменял фривей. Потом Бог говорит: «А теперь можешь не просить прощения, потому что ты на север уже не едешь. На юг, братан. <laughs> Еще пару моментов заканчиваю. Ну как, я начинаю заканчивать. <laughs> Обычно, если я что-то хочу сделать быстро. <laughs> Господи, измени пути моего сердца. <laughs> Не получается быстро. <laughs> У меня проблема такая. Окей, okay, хорошо. Что бы ни начинал человек, у которого нет принципов и чести, даже при всем его желании успеха, вот ты желаешь успеха, у него ничего не выйдет. Потому что очень скоро все дела его будут именно там, где находится его сердце. Ты не можешь, смотри, ты не можешь быть праведнее своего сердца. Не поняли, это была бомба, дорогие. Некоторые люди пытаются делами быть праведнее, чем свое сердце. А Бог говорит, знаете, кому, кого Бог называет лицемером? О, сейчас вы откровение получите. Лицемеры это те, которые исправляют дела вместо того, чтобы исправлять платформу, на которой их дела строятся. Вместо того, чтобы работать над сердцем, я работаю над тем, как сегодня я буду выглядеть и говорить братьям, как дела. Слава Господу! В ад идет, Господу славит. Стоит здесь? Ему плевать на вот это. Вот почему Бог говорит, я, я пришел к своим, своим неприятностям. Почему? Потому что возлюбили тьму. Больше, чем возлюбили свет, он говорит, свет пришел в мир. Свет я, свет пришел в мир. И они отвернулись, потому что пути дела их были злые. Они избрали это, они выбрали. Вот почему люди говорят, я в Ад не хотел. Да пока ты путь свой не изменил, ты в Ад едешь. Некоторые говорят, Бог в ад никого не посылает. Никого! Мы сами туда идем. И при том успешно. Вы даже не представляете, как успешно мы шагаем в ад, пионерский наш отряд. Перефразировочка небольшая. Кстати, ох, пели песни. Будь готов! Всегда готов. Ну, я имею в виду, не готова, а готов. Там своя готовность была. Ну, это отдельная тема. Будь готов, всегда готов, полностью готов, никому не нужен вообще, все готово. Люблю русский язык, вот так повернешь, что... Хорошо, так, я заканчиваю, нет, начинаю заканчивать. Начнем говорить правду, аллилуйя. Да, смотри, Итак, запомни, ты никогда не сможешь быть праведнее своего сердца. Уловили эту мысль. Ты не сможешь. Большинство людей пытаются, ходят в церкви, чтобы быть праведнее своего сердца, а сердце их всегда возвращает туда, где сердце находится. Сердце сидит и говорит: да делай что хочешь. Придешь домой, встретимся с тобой. Сердечко с тобой разберется, только ты один на один останешься и скажет: Знаешь, что, братан, знаешь, где ты там закопал ту свою самогоночку? Откапывай, я уже соскучился выпить с тобой. Твое сердце будет с тобой пить вместе, и совесть в доле будет. Это глубоковато было для сегодняшнего дня. Хорошо, идем дальше. Как он говорит, слушай, а тебя совесть не судит? Он говорит, а совесть в доле? У вора одного спросили. Говорит, я совесть не судит, ты воруешь? Он говорит, а что я ворую? Я совесть, ну, она в доле, все нормально. Совесть свое получает. Окей. Итак, человек, что, смотри, чтобы не начинал человек, у которого нет принципов чести, даже при всем его желании и успеха ничего не выйдет, потому что ты будешь там, где твое сердце. Ты никогда не будешь праведнее, чем свое сердце. Поэтому Бог, слушай сюда, часто трудится годами над сердцем человека, перед тем, как он доверит реальное помазание и влияние. Дорогие мои, вы думаете, Бог трудится над нашим помазанием? Помазание – это продукт неба. Честь – это продукт человеческого сердца. Принципы – это продукт человеческого сердца. Это не Бог. Я видел людей в мире праведней и с большими принципами. Да, они не покрыты кровью, они идут в ад. Я об этом не говорю. Я говорю сейчас к христианам. Я видел там больше людей с большими принципами, чем в христиане, рожденных свыше, об этой кровью Христа. Который тебя обведет, кинет, продаст машину, скажет, было только мятое крыло. Там, там всего лишь крыло и осталось мятое от той машины. Все остальное Бог знает, с каких штатов свезли и сварили. Ладно, это отдельная тема. Мы машины любим вообще-то. Потом думаешь, что оно не едет? Оно не должно ехать. Оно должно уже давно реинкарнировать в Хандай какой-то. Ладно, это другое откровение. А наши воскрешают. У нас есть машинные доктора. Американский стоит патруль, говорит тотал, а русский говорит тотал ассом! Awesome". Ладно. Сейчас я вас что-то развеселю. Я заканчиваю тему. А что, все знакомы, да? Я думал, только я один встречался. Наши русские, они ничего не могут, но зато машины воскрешать умеют с гроба. С гроба. Все, уже везут на, на пресс. Он говорит, стоп. Я вижу в этой машине потенциал. И некоторые из вас на этих потенциалах ездят. Ты говоришь, господи, она вот раскручивается по дороге. Сохрани и спаси. Это американская шутка. Там нас в эфире могут не понять. А Итак, некоторые удивляются и задают вопрос, почему эти люди еще ничего не сделали плохого или хорошего, но Бог одних возвышает, а других нет. Потому что Бог знает наше сердце, Он знает пути нашего сердца, Он знает все наши склонности, все предрасположения, даже перед тем, как мы с вами сделали любой поступок. Именно, вспомните Иисуса Христа. Он сказал такую фразу. Идет князь мира, всего и во мне. Объясняю. Во мне не имеет ничего. Перевожу современным переводом. Шаповаловский. Приземляется самолет, и ему некуда сесть, потому что нет аэродрома. Mm -hmm. Вот это современный перевод. Все поняли, да? Летит самолет, и он не сможет приземлиться здесь, потому что здесь нет ни одной посадочной полосы. Другими словами, вот это то, что Иисус хочет принести нам. Он говорит, я избавил тебя от последствий, а теперь, сыночек, я даю тебе Дух Святой, чтобы избавиться от причины. Не поняли? Объясняю. Сынок, я даю тебе мою кровь, слушай сюда, чтобы простить и избавить тебя от последствий. И даю тебе Духа Святого, чтобы избавить и помочь тебе изменить причину. Причину, которая ведет к последствиям. Ой, я. А? Идем дальше. Вот почему каждый день я прошу, я лично прошу Дух Святой работать не над моими поступками. Это смешно. Перестань умаривать небо о том, что ты все равно будешь делать. Перестань просить прощения за то, что завтра повторится 3, 3, 33. Проси небо, чтобы изменить пути и платформу, сердце, аэродром. Проси, чтобы это не могло, не то, что не летало над головой, чтобы у него даже не было шанса приземлиться на эту платформу. Вот о чем я прошу, вот что я прошу Бога. Знаете, я давным-давно вырос из вот этих вот, о, Господи, согрешил, о, Господи, не то глянул, о, Господи, не то подумал. Я говорю, Господь мой, честно, при всей любви к Тебе, я буду все не то думать, пока вот это думало повернется в другую сторону, пока вот это сердце изменит свои пути. Поэтому будь уверен. Некоторые люди говорят, а я пытаюсь победить. Да, я тебя сейчас не разочарую. Я тебя сейчас хочу ободрить. У тебя ничего не получится получил ободрение от пастора? Ничего. Трудись, тресни. Постись, запастись. Кто из вас постился о проблеме, о грехе, и пришла победа? Дудки, никто. Знаете, почему тишина? Потому что я в такой же плоти живу, как вы. Ты скажешь, получилось. Получилось оттянуть на неделю, на две. И потом смотришь, брат. Что с братом? Он держится. Все, кто держится, сорвутся. Знаете, как я представляю людей, которые держатся? Я беру тебя, вешаю на канат тебя, да, руки, ты висишь. Скажи мне, сколько будет, пройдет времени до того, как ты упадешь? Недолго. Я тебя спрошу, что делаешь? Держусь. Я могу тебе уже сразу сказать, знаешь что? Забудь. Прыгай и не морочь себя. Ничего у тебя не получится. Почему? Потому что ты уже изначально в том месте, где не побеждается. Окей? Okay? Итак, смотри. Вот почему я прошу Дух Святой работать над моими, не над моими поступками, которые всего лишь являются последствием, а над моим сердцем, которое является источником всех моих решений, поступков и проблем. Смотри, что говорит псалты, смотри, что пишет Давид. Кстати, о сердце больше всего написал Давид. Больше всего в Библии о сердце говорил Давид. Он говорил о сердце с разных сторон, с разных ракурсов. И смотри, вот, вот это место, мы его знаем, мы его читаем, но, дорогие мои, как действительно мы его понимаем. Смотри, псалтырь, Псалом 138 с 23 стиха. Итак, кто читает, читайте. Если кто слушает, слушайте. Смотри, Псалом 138, 23. Смотри, что говорит Давид: Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Знаешь, что мне здесь нравится? Мы с вами обычно, когда попадаем в проблемы, мы тогда говорим: Господи, прости! Смотри, что сделает, дорогие, мы даже сейчас не, по... не понимаем, что делает Давид. Знаешь, что он делает? У Давида прекрасная жизнь. Он ходит по лужайке, поет песни Богу. Он абсолютно в этом моменте, в этом псалме, да, он абсолютно в идеальном состоянии. У него нет войн, он прославляет Бога. И здесь, посреди прославления Бога, он останавливается и говорит, стоп. И смотри, что он говорит. Испытай меня, Боже, когда я в хорошем состоянии. Добавляю. И узнай мое сердце. Слушай, сюда. Испытай меня. И узнай мои помышления. Он говорит, я прошу тебя залезть туда, куда я при всем моем желании не могу. Я прошу тебя, войди в меня и покажи мне, туда ли я плыву. Помоги мне увидеть, и если я не туда иду, исправь меня. Смотри, что дальше. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Раз. Испытай меня и узнай мое помышление. Два. Посмотри, не на опасном ли я пути. Три. И направь меня по пути вечному. Направь меня на пути. Там есть разные переводы, но они все говорят об одном. Направь меня на путь праведности, на путь вечный. Итак. Смотри. Испытай. Раз. Узнай мое сердце. Узнай помышление. Посмотри, не на опасном ли я пути. Другими словами, он говорит, Бог, я сейчас иду. И я честно положа руку на сердце, говорю, я не знаю, куда меня этот путь приведет. И я прошу тебя, Бог, испытай меня и укажи мне, где я, куда я иду и что со мной происходит. И если я не туда иду, вот это я сейчас просто своими словами говорю, говорит, измени мою дорогу. Дорогие, все это в Библии. То, что я тебе еще сказал, если всю мою проповедь можно суммировать в одно место из Библии, вот это оно будет. Вот это оно. Смотри, сколько мы с нами знаем людей, которые носятся из церкви в церковь, из одной позиции к другой, от одних отношений к другим. И то, что они называют новым, очень скоро превратится в старое. В то, что и было до этого. Потому что, дорогие, от себя не убежишь. И их сердце приведет их к тем же результатам. Смотри, проблема не в церквях, позициях и людях. Вот сделала. Щетки нужны. Я когда-нибудь создам щетки. Аллилуйя. Смотри, Итак, смотри, проблема не в церквях, позициях и людях, проблема в неизмененном сердце. Почему? Потому что от себя не убежишь. Ты всегда вернешься туда, где ты и находился. Смотри, запомните, дорогие, сколько ноль? Скажите мне, на что я умножу ноль? Изменится ли сумма? Дорогие, вот, вот в этом мы с вами и живем. Другими словами, человек с неизмененным сердцем пытается изменить, поменять церковь, не поменяв свое сердце. Дорогие мои, и там ноль, и там ноль, и там ноль, и там ноль. Дорогие мои, перестань искать нового друга, у вас будет та же проблема. Перестань выходить замуж в пятый раз, у тебя будет та же лажа. Перестань искать другую жену. Она тебя точно так вы переделаете, и даже не зная жену друг друга, сделают одно и то же в тебя, потому что ты имеешь эту платформу в своем сердце. Сколько мы консультируем людей по разным причинам, и, и женитьба, и просто личные вопросы. Дорогие, я шокирован, как люди возвращаются к тем же самым результатам, потому что он пытается сильно умножить ноль на что-то. Он пытается поменять результат, не изменив своего сердца. Я умоляю вас, вот это, где ты должен работать, где ты должен позволить Богу работать над тобой. Если твое сердце не здесь, даже при всем твоем желании быть здесь, ты просто не сможешь. Мы все будем там, где наше сердце, даже при всем желании добра, ты будешь делать только то, что находится в твоем сердце. Секрет заключается. Смотри, что, что, последний момент, и все, я закончил. Секрет заключается в познании собственного сердца, дорогие. Секрет заключается, я понял одно, чтобы точно знать, что будет происходить в моей жизни, я должен познать свое сердце. Когда я познал, когда Бог мне открыл мое сердце и даже дал мне увидеть то, кто я есть по-настоящему, мои темные углы, мои светлые углы, где Богу нужно работать, я могу предсказать все свои поступки и всю свою жизнь наперед. Потому что я точно знаю, что этого я делать не буду. Почему? Этого нет в моем сердце. Вот это Бог, я точно знаю, что я, если что-то не изменится, я сорвусь здесь. Почему? Потому что это в моем сердце живет. Поэтому, дорогие, прошу вас, познайте ваше сердце. И когда Дух Святой откроет тебе твое сердце, ты просто честно ему скажи, Отец, а теперь я даю тебе менять не мои глюки и проблемы, которые будут, а изменить платформу, из которой все начинается. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздай, слава Богу. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Я надеюсь, ты Твой дух получил определенную пищу для себя. И я, я так скажу, дорогие, я верю, что на этой неделе вам хватит над чем думать. Okay? Вам хватит над чем молиться. И теперь я так скажу, и, и, и просто пришло время это вскрыть, просто рассказать об этом. И я верю, что может даже в своем внутренности ты передвинешься на ту ступень, где ты раньше не был. И может ты перестанешь даже к себе обращаться. А, знаете, люди срываются на себя же. Слушай, перестань срываться, я тебе гарантию даю, ты будешь в том же самом проблеме. Не срывайся на себя, начинай работать над путями. Некоторые люди говорят, слушай, пошел туда, и там закрыли, пошел туда, и там закрыли, пошел туда, и там предали, пошел туда, и там кинули. Почему? Потому что это в твоем сердце. Ты до сих пор не изменил свое, свой знаменатель. Ты до сих пор ходишь с нулем и пытаешься изменить результат. Закрой глаза. Не смотри по сторонам, просто скажи, Отец, коснись моего сердца. Отец, я прошу тебя, даже, даже при всем моем желании добра, Любимый Святой Дух, я знаю, что я опять предам тебя, если не изменится мой путь. Дух Святой, я понимаю сейчас, о чем просить, и я не прошу прощения за какое-то падение, потому что я буду падать, пока не изменится мой путь. Я прошу тебя измени пути моего сердца, чтобы больше не огорчать тебя. Бога не огорчают наши поступки, его, его огорчают наши нежелания развернуться на нашем пути. Его огорчает твое нежелание изменить пути своего сердца. И поэтому я говорю ему, дорогой Дух Святой, ты знаешь меня лучше, чем я. И я говорю сейчас словами Давида, испытай меня, не на опасном ли я пути. И если я на опасном, направь меня, поверни меня на путь праведный, на путь вечный, на путь чистый. Я прошу тебя, Бог, подними людей чести, подними людей принципов, подними людей, которые любят, которые действительно имеют фундамент, имеют принципы. Потому что даже при всех кошмарах, которые придут в нашу жизнь, мы не сможем предать. Мы не сможем предать, потому что предательство не живет в моем сердце. Некоторые люди говорят, почему Бог любит меня? Дорогие, потому что Бог полон принципов, Его любовь не основывается на твоих делах. Он говорит: Я люблю тебя ради себя самого. Я люблю тебя, потому что я праведный, не потому что ты. Я люблю тебя, потому что я есть любовь, и не любить не могу. И когда мне Бог начал открывать эти вещи, я говорю, Бог мой, работай надо мной. Знаете, что я хочу, дорогая семья, чтобы мой Отец был уверен в моем сердце. Вот это моя мечта. Вот это моя мечта. Потому что, когда Бог уверен в моем сердце, дорогие, сто процентов Бог уверен в моих делах. Сто процентов. Я благодарю Тебя, Святой. Спасибо, любимый. Аминь. Присядь.